Казанском федеральном университете стартовала образовательная акция «Шекспириада-2017», приуроченная ко дню празднования английского языка. Напомним, что данный праздник посвящен дню рождения великого поэта, писателя и знаменитого драматурга мира Уильяма Шекспира. На этом мероприятии ребята показывают, как они знают творчество Шекспира. Мы вообще были очень удивлены тому, с каким энтузиазмом было воспринято данное мероприятие. Студенты всех институтов и факультетов КФУ объединились воедино, чтобы декламировать сонеты великого Шекспира и узнать, насколько хорошо они владеют знаниями об английском языке и о творчестве всемирно известного писателя. Говоря о перспективах на 2018 год, мы планируем и очень надеемся, что этот шекспировский день, как мы можем называть его, будет расширяться, и мы уже надеемся, что на будущий год, вот эту неделю шекспировских дней, мы, наверное, уже выступим даже с театральными постановками. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.